Мытищинские юнармейцы – частые триумфаторы различных соревнований. Они умеют собирать автомат, разбираются в воинских званиях, стойко преодолевают тяготы армейской подготовки. Все как у взрослых, но все же они остаются детьми. Наш тренер по спортивной подготовке Ильнар кричал нам засада, и мы все бросались в кусты, лежали как разведчики. Некоторые у нас есть, кто боялись жуков. Юнармейцам, помимо элементов полосы препятствий, приходится преодолевать и детские страхи. С этим они справляются также, на отлично. Если тебе скажут, еще раз нужно будет через это пройти, ты пройдешь? Конечно, с удовольствием. А, ну вот вижу, уже с удовольствием. В такой непринужденной обстановке у ребят прошла встреча с главой округа Юлией Купецкой. Юнармейцы рассказали о том, как они проявляют себя в разных направлениях, от спорта до творчества, и в каждой ипостаси достигают успеха. Это прекрасный пример для других молодых ребят, как в целом можно в этой жизни реализовываться, куда идти, к чему стремиться, и самое главное, вы показываете, что в принципе, ничего недостижимого нет. Во время встречи юнармейцы задали главе округа интересующие их вопросы. Юлия Олеговна, а вот чем вы занимаетесь в свободное от работы время? Что вы любите делать? Наталья Михайловна, видите, как смеется. Она пытается понять, когда у нас есть свободное время. Нет, но я честно скажу, я занимаюсь спортом, потому что, чтобы разгрузить голову, нужно нагрузить тело. В ходе беседы участники отряда «Молодая гвардия» рассказали о своей работе над развитием собственного СМИ. Им приходится часто ездить в командировки, и совсем скоро они вновь отправятся в небольшое путешествие. Мы едем как медиа в Плесецк на космодром Министерства обороны. А наши девочки, это Дана, Даша и Вика, будут встречать делегацию из ЛНР и будут с ними 3 дня как здесь. Вы мне скажите, а у вас чемоданы не распаковываются? У вас есть дежурный чемодан, который дома, который вы приходите, он у вас всегда стоит, вы говорите, так, завтра я уезжаю. В завершении встречи молодые патриоты предложили Юлии Купецкой вступить в их отряд. Хотим вам подарить атрибут нашей армейской одежды, это берет с кокардой, чтобы вы о нас помнили и чтобы вы тоже были нашим юнармейцем. Юнармейцы поделились своими впечатлениями от встречи. Мы увидели ее с другой стороны, что она такой же человек, как мы, и она нам дала очень много советов, которые мы будем использовать в дальнейшей жизни. Юнармейское движение – это хороший трамплин для развития молодежи в разных направлениях, а значит и важный вклад в наше общее будущее. Ведь совсем скоро именно им решать, в каком русле будет двигаться наша страна. Алексей Попов, Максим Силаев, Первый Мытищинский.